чё, как? Чего? Градусов 80. Ну там градусов до хера примерно, да? Вообще, вообще охрененно! Вообще, ну на боди кайф! Ну, боком или вот так вот. Что-то вы... Что вы решили по пуху? Чего? Пешочком, говорю. А почему пешочком? Сейчас поедем. Че, где Алина? Надо как бы подождать, то мало ли. У нее в пуху может это... тонуть лыжи. А еще там впереди много праздника. Все тут окей, можно ехать. Нормально, да.
Я поеду, я не могу так ездить. Давай. Да и зря она едет по этому, по трассе. А, это не она, она вот. Ты где, да, где упала-то? У меня снег заехала, и, короче, на чем-то у меня лыжа заткнулась. И головой прям не знаю, что-то то ли просто какое-то, то ли оттуда. Так сильно заменили. Ни разу так. Хорошо, что в шлеме. Ну да. До сих пор просто, да, все болит. Ну, можно отдохнуть? Маленько, а потом поехали. Сними шлем лучше, посмотри. Ну хочу посмотреть. Ноги надо качать. У меня же нормальное лицо, ничего, ну, глаза, да, все не красные, нет. Нормально. Не знаю, то ли череп у меня какой-то. Шишка же не могла сразу успеть. Там на шее не видел, видно? Видел, как я упала, да? Ну просто он это... Если сильный удар, то... Где ударилась? Каким местом? Ну тут, значит... Значит, это сравнительно не сильный удар. Когда сильный удар, в шлеме остается такая мятинка. Короче, вот все болит. Ну, это сотряс небольшой. Ну, не факт. А что мне, как проверить? Я до носа достаю. А, проверить никак. Нормально, это мешки под глазами появятся через 10 минут. Ну, это сильный сотряс был бы. Она бы сейчас сильно так не изменялась. Это как раз нормальный сотряс. А если не появится ничего, то просто поболит и все. На утро может быть это. На утро тошнота может быть. Тошнота может вообще не подняться. Вот Леша с нами катался, Скорбогатов тогда. В Танае он же долбанулся башкой, но он без этого, без шлема. Спрыгнул. Он на утро встать не смог. Я думала, в шлеме хоть не так это не, больно. Наоборот, шлем тебя защитил. Да, это не так больно. Шлем он нужен не от того, что ты убьешься, а от того, что в тебя кто-нибудь сзади наедет. В смысле? Да нет, почему? А то, что я сейчас упала. А то, что я сейчас упала, это страховкой надо. Просто не сообразила, что ты падаешь. Отъезда в бревно, а вот то, что сейчас, это как бы такое. Ну, это черепушка. Ну, шлем, конечно, все равно спасает. Ну, об камень если это, если да. Там была ветка или камень, то... Как будто бы твердый такой, что-то удар не обснегло. Так это снег твердый там, вернее, лед. Ну, может, там да, деревяшка какая-нибудь, корень торчит, хоть что. Она вся утрамбованная с неё ходит. Как будто уже где-то кровь течет внутри ощущения. Давайте аккуратненько спускаться. Челюсть, кстати, говорить сейчас нельзя, ничего. Чтоб челюсть не работала. Только водичку. Да, берёмся для воды. Давай тогда ты чуть-чуть... Снег можно наплавить. Чуть-чуть впереди едь, но аккуратно. Ну так. Пухлячку или кстати, он опасный. Ты смотри, особенно когда вот нужно уезжаешь, и у него разное трение, тебе может быть опасно проскальзывание, но или в клубе.
Да, тебе лучше по этому. Там еще кто-то там взрывался. Там одна, блин, уходит, вторая, и пытаюсь вниз. Разгонится, а потом выйдем на кухню. Опаснее.